Дата отгремела, но праздник не закончился. На предприятии «Мотор-Сич» продолжается чествование ветеранов войны. Финальным аккордом праздничных мероприятий стала прогулка на заводском теплоходе вокруг Хортицы. Ветеранская организация предприятия более 4500 ветеранов. На речную прогулку приглашают самых заслуженных из тех, кто может принять участие по состоянию здоровья. Всего 140 человек. Но и те, кто остался на берегу, чувствуют, их не забыли. Ежегодно я подписываю Вячеслава Александровича Богуславова мероприятие, посвященное всем праздникам, которые мы празднуем. Мы празднуем 4 праздника в году. Это Новый год, 8 марта, День Победы и День освобождения Запорожья и День ветеранов. Они чувствуют себя неотторженными от коллектива. Они чувствуют себя членами коллектива. И это их радость, это их уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне, она передается не только им, а и членам их семей. Катер для ветеранов заказывают 2 раза в год – на День Победы и ко Дню освобождения Запорожья. И каждая двухчасовая поездка вокруг Хортицы – праздник. Кроме красот акватории Днепра, есть возможность пообщаться с коллегами, вспомнить былое и узнать новости от родного завода. Очень нравится. Спасибо руководству завода и коллективу ветеранов труда за то, что организовали такой отдых для ветеранов труда и участников войны. Дом отдыха каждый год отдыхаем. И зимой, и летом хорошо отдыхаем. И лечение всякое проходим. Профилакторию нашу. Для них это, присутствующих здесь, большой праздник. Чем большой праздник? Они вспоминают те года, военные года, так как здесь находятся и участники боевых действий, и участники трудового фронта, которые ковали победу в тылу, вот, готовили для фронта все. Все, во-первых, организовано, как нас с Совета ветеранов взяли, привезли. Очень прекрасный причал. Причем потом погрузились на катер. Прекрасная природа, прекрасные условия. Нас очень хорошо обслуживали. Я выношу благодарность всему, в общем, и Богуславову, и нашему, особенно Маслову. Я хочу сказать, что за его внимание. В общем, нет такого, чтобы он кому-то что-то не уделил внимания. В память о событиях военных дней спускают на воду венок освободителям от «Мотор-Сичи». Ветераны «Мотора» уверены, каждая такая поездка – новый заряд бодрости для каждого из них. Они уверены, добрая традиция речных прогулок будет продолжаться и впредь.